Мы продолжаем следить за тем, сколько новых рабочих мест появилось в Казахстане. На этой неделе лидирует Жамбылская область. Там открылись 477 новых вакансий. Свыше 220 рабочих мест появилось в Костанайской области. Чуть меньше на западе и востоке страны. Около 170 человек могут трудоустроиться в Южно-Казахстанской области. Примерно столько же в Актюбинской и Атырауской. Об открытии 383 новых вакансий объявили в Астане. В основном в сферах оптовой, розничной торговли, ремонт автомобилей и строительства.